За неделю наблюдений 17 по 23 июня сотрудники Смоленского ГИБДД выявили более 1200 случаев пренебрежения установленным скоростным режимом. На смоленских федеральных трассах самым частым нарушением оказалось превышение максимально допустимой скорости на 20-40 км в час. Такие вольности позволяют себе подавляющее большинство водителей, а некоторые и вовсе летают на дорогах. 11 случаев превышения лимита более чем на 60 км в час. К сожалению, немногие водители знают, что превышение скорости в реальных условиях дорожного движения не приводит к существенному выигрышу во времени. Не стоит также забывать, что водитель, превышающий скорость, подвергает риску не только себя, но и окружающих людей. Соблюдение дисциплины – задача, которая на совести у каждого участника дорожного движения. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ.